Я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласно радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Орданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорбления врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и покроем опором любви Твоей. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне, грешнему. Добрый мой ангел, сколько лет ты хранил меня? Я прошу тебя, добрый мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, добрый мой ангел, и веди в царство вечное на вечность. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть довольным и благочестивым, никогда не роптать, никому не завидовать и быть экономным. Каждому дары и жилье. Хвала Тебе, наш Господь. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Скорый помощник в бедах. Благодарим Тебя. Вы, святые отцы, оставили нам пример смирения, кротости, воздержания и искреннего служения Богу. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Спасителя нашего. Как враг надсмеялся над человеком, Ты одел человека еще в раю, но сатана раздел его снова на посрамление и на блудные похоти. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за великие неизреченные милости Твои. Прибуди с нами, Владыка, приготовь нас к исходу из этой жизни. Посети болящих, одиноких, покинутых, простри к ним пронзенные длани Твои. Ибо посещающий больного посещает Тебя. Здравствуйте. Научи нас переносить скорби, печали, болезни с терпением. Хвала Тебе, наш Господь, и слава Тебе. Приди, Господи, на помощь угнетенным, которых сатана поразил. Люди погрузились на дно адово, ибо никакой блудник, никакой табакур, пьяница, развратитель не войдет в Царствие Божие, но будет мучим бесконечно, во веки вечные, в огне гиенском. Аллилуйя! Ибо начало мудрости – страх Господень. И разум верный у всех исполняющих Твои заповеди, Господь и Бог наш. Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою, за долготерпение Твое. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ты показываешь нам, как грешники боятся Слова Твое, как они прячутся. Но от суда Божия никто не уйдет. Когда святые проповедовали, как Иона,
Он тоже не знал, что кто-то покается. Так и мы. Мы свидетельствуем о скорой гибели этого города и этой земли, как свидетельствует нам Святая Библия. Помилуй этот народ, Господи, чтобы они поверили в Тебя, что Ты за их грехи умер. И ради Твоей жертвы даруется прощение грехов. Какой бы ты ни был, призови Господа в день печали, и Он поможет тебе. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Боже всемогущий, благодарим Тебя! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступи с тяжбой мою, с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты Бог крепости моей, для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую и хожу от оскорбления врага? Пошли свет Твой, истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, и к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Я буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аллилуйя! Господи милостливый, пошли добрых свидетелей миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все узнали о любви Твоей, что Ты умер за них. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме меня. Господи, прости нас и помилуй. На Тебя мы уповаем. К Тебе прибегаем, Господи, к Твоему всемогуществу. Пощади наследие Твое. Пошли к ним верующих людей, дабы могли им засвидетельствовать о любви Твоей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Спаситель. Ты единый вечный Бог. К Тебе прибегаем. На помощь Твою надеемся. Благослови нас и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет на земле человека, который, живя, не согрешил бы. Но чтобы столько грехов мог делать один человек, это только перед потопом было, который мир-то истребил, и спаслись 8 душ с Ноем в ковчеге. Люди разбратились, стали походствовать мужчины на мужчинах, делая срам и получая возмездие за свое возбуждение. И ты сжег эти Содом и Гоморру, и следа их не осталось. Это же будет с этим миром, не знающим Тебя, Господи, Боже мой. Никакие блудники, прелюбодеи, пьяницы, злоречивые не спасутся. Только вера святая православная приведет человека к спасению. Ты оставил невесту свою церковь, дабы там священство занималось людьми, но они так мало этим занимаются, всюду сребролюбие, корысть, искажение таинств, нет полного погружения при крещении, всюду деньги, деньги. Господи Боже наш, Ты некогда пришел в храм свой и говоришь, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его домом торговли, вертепом разбойников, и выбросил все из храма. Мы в худшем положении, Спаситель, приди к нам и установи Твой божественный порядок. Аллилуйя! Прошу Тебя, мой Господь, принять нашу молитву. Услышь, Божий вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего.
приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род, да пребудет он вечно перед Богом. Заповедуй милости и истине охранять его. Я буду петь имени твоему, Господи, вовек, исполняя обеты мои всякий день. Аллилуйя! Господи, пощади добрых проповедников, миссионеров во все концы земли. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Боже, пощади детей Сирии, находящихся в бедственном положении, не имеющим ни хлеба, ничего. Помоги им и научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Хвала Тебе. Господи, коснись сердца царей начальствующих, ибо с них будет на суде Божьем строгое взыскание, дабы мудро управляли народом. Боже наш, слава Тебе! Коснись начальствующих в народе. Обрати их, наведи страх Твой на них, дабы мудро управляли народом, дав им достойную жизнь. Коснись сердец Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Ибо Слово Твое говорит, что настанут времена тяжкие. И наступит новая эпоха войн. И третья часть человечества исчезнет. О, Боже мой! Помилуй нас. И после всего этого будет одна власть на земле. И будет царствовать Иудей в Иерусалиме. И не продать, не купить верным, а только тем, кто примет начертание на руку свою и на чело свое. Ты царь царей, Господь господствующий. Господи, благослови церковь Твою. Ты позволил нам прийти сюда, в этот ров погибели. Здесь столько развратников. Столько пьяниц, табакуров, наркоманов, и им Ты желаешь возвестить. И мы желаем волю Твою сказать, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Спасителя нашего Иисуса Христа за грехи всех людей, который был распят на Голгофском кресте. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй. Прости, благослови наследие Твое. Мы к Тебе, Господи, прибегаем. На помощь Твою надеемся. Хвала Тебе, Господь и Бог наш. Слава Тебе. Будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Ты показываешь, какой ужас нападает у людей на крестное знамение. Что будут делать, когда ты придешь сам, а не свидетели твои? Аллилуйя! Боже всемогущий, слава тебе! Ты пришел, чтобы спасти людей. Мы благодарим тебя, Господь наш. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как лакнарившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибрегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды я слышал это, что сила у Бога.
И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Ты позволил нам прийти в это место тьмы и мрака. Сколько здесь грехов, разврата, голые люди. Прикрой их наготу, Господи. Ибо ни один прелюбодей, блудник, наркоман, табакур, убийца, посягающий на чужое, не может спастись. Ибо таким людям, беспокаянным, уготован мрак вечной погибели, ад, гиенский огонь, которому нет конца. Но Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, который умер за грехи людей, чтобы люди верой в Него имели жизнь вечную. Слава Тебе за Святое Евангелие, за Святую Библию, которая нам все это открыла. Благодарим Тебя, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Приди на помощь, коснись сердца людей, дай им совесть, удали бесстыдство, ибо все это временное и ничего, кроме горя, не принесет. И только вера в Тебя, страх пред Тобой дает истинный смысл жизни, любовь к Тебе, о всемогущий Создатель. Мы благодарим Тебя. Мы для этого пришли в это время сюда, чтобы людям рассказать о Тебе, дабы они не погибли, дабы уверовали, что Ты Господь и Бог, и любишь свое создание, чтобы эту коротенькую жизнь они посвятили Тебе. Слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, наш Господь. Ты открой уши слышащим, дабы слова эти не прошли мимо. Ибо в судный день этот день будет особым днем, днем возможности покаяния, приобретения жизни вечной, и тем днем, когда человек не сможет сказать, что он не слышал о благой вести. В этот день ты, человек, можешь примириться с Богом и иметь жизнь вечную со Христом. Аллилуйя! Хвала Тебе! Слава, милосердный Создатель! Ибо горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете, и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Смех людей превратится в плач и рыдание, и это совсем рядом, так близко, а жизнь человеческая так коротка, и ничего, кроме сожаления, не даст это. Приведи их к себе, Господи, обрати, пощади. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Боже, Ты Бог мой, Тебя тронной зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя, Господи, в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как тухом и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразит их силой меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящие неправду. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, что насытил нас земными Твоими благами. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников пришел и спаси, мир дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава. Хвала Тебе, наш Спаситель. Слава Тебе, милосердный Создатель. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и сохрани, защити наследие Твое. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, этим людям откройся в истине Твоей, что Ты из-за них умер, Спаситель. Господь Иисус Христос, милосердный Создатель. Ты Бог единый, истинный и вечный, и не покинь этих детей, благослови их и сохрани их от всякого несчастья. И дай им послушание добрым родителям, которые научают из Слова Твоего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Спаситель наш. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарим Тебя, Господи, за этот прекрасный мирный день, когда мы можем благовествовать о Тебе. Слава, хвала Тебе, наш Господь. Кроме Тебя нет иного милосердного Бога. Прости меня, Господи, и помилуй, что мы находимся здесь. Хвала Тебе, наш Господь. Милости Твоя полна земля. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, помилуй. И веди мной десницу Твою. И защити вопиющих Тебе. Господи, Ты видишь и знаешь, сколько здесь бесстыдства, разврата. И им возвести истину Твою, что Ты умер из-за их грехи. Ты близок к искушенным сердцам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Продли еще мир на земле, дабы не знающие Тебя могли перемириться с Тобою, познать волю Твою святую. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо дети вышли, стали издеваться над Елисеем. Но он проклял их. И вышли две медведицы, и 42 ребенка были растерзаны. Значит, и дети отвечают за свои поступки. Хвала Тебе, Господи. Аллилуйя. Помилуй и пощади народ Твой. И открой им истину Твою, что из-за них умер Господь наш Иисус Христос. Пролил свою пречистую кровь, дабы, веруя в Него, могли иметь жизнь вечную. Аллилуйя.